Господа, небольшое мнение по поводу воды, которую наливают Додо Пицца по адресу Самарская 190, город Самара. Ну, короче говоря, пришел я, блядь, в ресторацию, пожрал нахуй так немного. Ну, далее попросил залиться полностью кипяточком, термосом. У меня там уже была водица, но, блядь, израсходована. Попросил заведение на пол пополнить амбары нахуй свои. И, ну, собственно, завариваю чаец. Это уже не первый пролив, это где-то третий, четвертый, наверное. И вот, собственно, пробую вот эту на додовской, блядь, на нектаре додовском, ебаном этом. Ебать, какая-то просто горечь, я не знаю. Это даже не уровень Додо Пицца на Панской улице. Это просто какая-то пизденома творится у них вот в этом бойлере ебаном. Там просто, не знаю, что они там, что ли, замачивают мышей израсходованных, блядь. Я не знаю, но это просто... Просто какая-то параша, конечно. Спасибо, что налили, блядь, но лучше бы нахуй не наливали, уроды.